загадочность. Это наша Земля. Так, это если кто не знает. А вот это вот как раз и есть развитие. Я для себя определил, что это вот это вот. Образный ряд такой. Вокруг пространства сотканы из ткани. Из ткани гравитации любви. Большой любви, нас породившей с вами. Из этого пространства мы пришли. А также звезды, все планеты и создания, все то, что видим и не видим мы, пронизанную нитями мироздания. Все связано гармонией любви. Любви, в котором чувство притяжения и тянется друг к другу все вокруг. Одновременно свойственное ей движение отталкивать, описывая круг. Мы порождение вселенского закона. За ним не тысячи, а миллиарды лет. Умом нам не охватить, нам даже долю гравитона. Не хватит всех нас, чтобы нам найти ответ. Лишь пробудиться можно в этом поле и в безграничное пространство воспарить, стать гравитацией самой, вырваться на волю и бесконечно развиваться, двигаться, творить. Что ждет нас в этом новом измерении? Нам даже не привидится во сне. Земные меркнут чувства, впечатления. Любые замыслы доступны будут и тебе, и мне. Нас ожидает звездная погода. Возможно, даже звездные дожди. Нам гравитацией подарена свобода. Мы во Вселенной точно не одни. Спасибо. Научная лекция. Вы прослушали научную лекцию о гравитации и ее месте в нашей жизни. В научно-поэтическом сборнике «Шах и мат». Спасибо. На этом первая часть наша закончена.